Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood. Вот это, ребята, находка, я называю. Самогончик, лекарства, благодатушки. И это все в этом доме, где обитали эти твари, трупоеды. Вот так вот, восполним все здоровье, что у нас тут в полочке. Ну что же, батарейки тоже пригодятся нам, и таблетки. Вроде бы как все сделалось, здесь нам делать больше нечего. Грибочки-то, как же без них, дорогие мои грибы. Так, а что у нас вот здесь, вот как нам сюда? Видимо, эта дверь чем-то подперта с обратной стороны. И что же вы хотите сказать, что я не могу сюда зайти? Но здесь, как мы видим, ничего нету. Иногда просто шкафами любят прикрывать всякие там подземные лючки, какие-нибудь секретики. Но здесь этого нету. Ё-моё, как же мне попасть? Я вижу, там сундук лежит в той комнате. Дверь-то эту я не сломаю, стопудняк. Разобрать я ее тоже не смогу. Надо что-то подумать, как-то допетрить, как взламывать эти двери. Ну, в принципе, они могут сделать какой-нибудь подземный проход. Ладно, ребята, здесь у нас дом недалеко. Давайте с вами выложим хлам, поедим мясо. Может быть, даже заработаем эссенцию и новый скилл. Ну что ж, приступим тогда с вами, наверное. Так, патрон вот этот выкладываем, он нам не нужен. Бутылочки эти тоже пока нам не пригодятся. Проволочку вот сюда. У нас, кстати, две штуки. Можем сделать себе отмычку. И 6 тряпок. Гвозди выкладываем. И батарейку тоже. Канистрочку. И я думаю, что мы уберем еще таблетки. Хлеб. Все. А это мы с вами сейчас пойдем кушать. Поедать. Так, вот она наша печурка. И приступаем. Ух ты. Возможно. Нет, немного не хватает. Но все-таки мясо мы здесь добудем с вами легко, поверьте мне. Сами прекрасно видели, какие здесь монстры. Практически с каждого выпадает у нас мяско. Так что с этим проблем у нас не будет. Ну что же, давайте возьмем капкан. Нам нужно вооружиться по полной программе. Поэтому будем брать с собой всякие коктейли Молотова, капканы. Так, замечательно. 6 бутылок у нас уже есть. Фонарь пока не будем тратить. 4 отмычки. Давно у меня так не было. 4 отмычки. Так, лекарства есть. Еще одну штуку возьмем с собой. Ну и, наверное, в принципе, все. Так, куда бы нам щемануться с вами? Здесь мы все практически облазили, пролазили. Давайте побежим с вами теперь вверх прощупывать. Что вот это за свет такой, а? Откуда он? Такое впечатление, что там лежит кристалл, но я его не могу почему-то взять. Жаль. Светящийся камень мне бы очень пригодился. Я бы его продал, выручил бы деньги за это. Так, скелетик этот. Я уже не помню, смотрел я его, не смотрел. Не смотрел. Воу-воу-воу-воу, тихо, дядя. Тихонько. Один выстрел. И он готов. А все-таки он ватный. Я не знаю, конечно, что бы он сделал бы, если бы до меня дотронулся. Рыба. Получилось. Я что, поймал рыбу, что ли? Вот, я же вам говорю, странное мясо. Труп. 2 патрона к дробовику. Замечательно. И самогончик. Бухнем на досуге. Так, давайте перезарядим. Теперь я как Рэмбо. Мне никто не страшен. Пофиг мне на все. Пускай только сунется, сразу пробью черепушку. Нет, этого я трогать не буду. С него обычно выскакивает трупоед, или он просто взрывается глупо. Короче, бессмысленный труп.
Ага, грибочки обнаружились. Я уже, честно говоря, в эту воду боюсь вступать. О, по-моему, там. Вот он где-то здесь. Где-то ползает гаденыш. Ящер этот, вон он. Какой же он мерзкий, безобразный, а. Ну давай, иди сюда. У меня дробаш. Сейчас где-нибудь... Вот. Вот он сейчас где-нибудь из-под тишка вылезет. Хрен тебе. Хе-хе-хе. С удара, как говорится. И еще одно странное мясо. Блин, хоть опять домой беги и ешь. Потому что весь инвентарь уже заполонен этими мясками, грибами. Сейчас мы только вот этот вот ящичек посмотрим с вами. У нас отмычек много. Ух ты, считай, еще одна появилась. Самогончик, еще один патрон и таблеточки. То, что доктор прописал. Вообще шикарно. Опа-на, это что такое у нас? Руины. Руины, ребята, здесь у нас. А почему руины, когда это какой-то старый дом? По которому, кстати, кто-то ходит. Причем довольно некисло ходит. Это что у нас тут? Генератор. Причем еще рабочий. Бензина на нуле практически. Ничего я не увижу. Кто там шоркится? Почему не заходишь-то, а? Что там, тупик, что ли, какой-то? И... Это, по-моему, все-таки... Мне кажется, это трупоед. Тихо, тихо. Тут очень много ядовитых грибов. Не надо нам приключений себе на задницу. Что ж, придется в окно тогда залазить. Очкую я, ребята. Славик, не очкуй. Все будет нормуль. Дробаш при нас, возьмем. Тихо. Вот так поставим, чтобы было посветлее. Да что ж там происходит-то, а? Сыкотно маленько. Стул обыскать. Ух ты, часы. Тихо, ребзя, по-моему, идет тварина. Давай часы быстрее забирать. Вот он, я же так и думал, что это трупоед. Ну, его буквально на один выстрел-то и хватило. О! Нежданчик, блин! Перезарядка. Где? Вот так вот. Ух, нет. Да ядрить его на корень-то, а? Раздавил грибы полезные для меня. Так, ладно, давайте подхилимся и заберем здесь странное мясо. И батарейку тоже возьмем. Так, а у этого у нас что? Тоже странное мясо. Нам это некуда, ребят, положить. Хотя можно... Подожди, бутылки объединить, да. И теперь мяско будет у нас. Слушайте, я думаю, что этого будет вполне достаточно, чтобы мы прокачали с вами скилл. Сейчас я только здесь посмотрю, что здесь есть. Что они здесь вообще делали? Ну, пока ничего хорошего здесь нету. Шкаф. Пустой. Оу, что это такое? Опа, ткань. Ядрить ее на корень. И лопата. Все самое вкусное. А кто это у нас там? Там кто-то лежит, да? Типа тело какого-то. И все, больше, к сожалению, ничего. Грибы еще есть. Сочные. Большие сочные грибы. Ладно, забираем их. Ну что, наверное, можно в принципе... Подожди-ка, как я? Я же залазил сюда через окно. А, вот она, эта комнатка. Да, кстати, нам пора, ребята, время-то уже 7 часов. Нам пора как можно скорее добираться до дома. Так, вижу капканчик, давайте забер... Да, конечно. Было бы у меня еще место в инвентаре. Ладно, придется идти с пистолетом. Нужно вернуться в убежище, пока еще не стемнело. Ёлки-палки, я, честно говоря, и не помню, где она находится. Вроде бы как бы в этом направлении. А может быть, я и ошибаюсь. Так, сундук. О, ящик, мы его вроде бы вскрывали. Как говорится, бежим, блин, напролом. Ёлки-палки. Так, смотрите, здесь тоже металлолом. Капкан сработавший.
Ага, где-то вот здесь, рядом, ребята. Осталось чуть-чуть, надо... Ух ты, блестящий камень. Ну, для него-то я, наверное, думаю, место я себе выделю. Что мы тут выкинем с вами? Ай-яй-яй-яй-яй, даже не знаю. Давайте, наверное, может, тряпки. Так, а камень заберем. Все-таки стоит денег этот камушек. Что-то я не в те дебри, по ходу дела. Вот он, родной мой домик. Взрывающаяся бочка. Наверное, пригодится нам потом как-нибудь. Все, 8 часов. Сейчас начнется веселье. Включаем генератор. Так, давайте, наверное, сожрем сразу мясо, которое у нас есть. А у нас его прилично. Ух ты, наверное, мы сейчас с вами... Все. Так. Удары будут в два раза сильнее. Можно стать невидимым для врагов. Это бредотня. Все вокруг. Что же нам выбрать-то, а? Давайте адреналин я возьму, наверное, все-таки. Хотя... Нет, адреналин. Если не двигаться, я думаю, что это бесполезно вообще. Все? Даже торкать нас не будет? Так, рыба. Я не могу вколоть себе больше эссенции. Здравствуйте, приплыли. Все, что ли, получается? Я выучил себе полностью все скиллы, ну, которые, естественно, я выбрал. И на этом тупик. Значит, мясо больше мне не понадобится. Так же, как и рыба. Жаль, я думал, что тут можно выучить абсолютно все. Но нет, как бы не так. Так, ладно, ребята, 8 часов у нас почти на дворе. Будем с вами ждать. Правда, еще прилично так ждать, но будем наготове. Весь в капканах тут, весь заделался. Дробовик без патронов, это все фигня. Мне нужно тогда брать... Тихо, началось уже, да? Ну-ка, давай-ка мы баллон, наверное, с вами установим. Где-нибудь вот так. Вылетает под сжатым воздухом. Как вообще он работает, хотя бы глянуть? Все, и будем здесь стоять с вами и выжидать. Да, не спорю, местечко не из лучших, но это лучше, чем бомжевать на улице. И, наверное, я все-таки возьму бутылку молотого в руки. Как-то буду себя чувствовать с ним безопаснее. Хотя, опять же, не факт. Все, время уже 10 часов 11. Готовимся. Если придет ко мне полтергейс, мы его зажарим. Если придет ко мне трупоед, мы его тоже зажарим. А вот если вылезет из-под земли вот этот вот хрен, как вот там, каракатица или кто там, то с ним нам придется очень туго. Потому что я не успею кинуть коктейль молотова, а если кину, то сам, скорее всего, сгорю. Так что ждем. И как видим, ждать нам пришлось недолго. Уже ломится сюда ко мне. Ёлки-палки. Кто там? Кто такой? Черт, вот это я кинул, да, коктейль молотовый? Все взорвались к ядре, не фени. И монстры, и я. Жаль, жаль, конечно. А хотелось заработать очков. Но не вышло. Я не думал, что этот баллон так может взорваться офигенно. Ладно, теперь будем знать. Давайте забирать наш рюкзак. Что там в нем у нас? Все наше барахло. Кстати, да. Тряпка. Так, часы. 2 часов у нас, да? Одни мы сейчас продадим. Это однозначно. И батарейка. Так, давайте-ка еще раз подбежим к печурочке, наверное, посмотрим. Точно мы не можем съесть мясо? Нет, не можем. Все, тогда мы это все будем продавать.
У нас здесь как раз стоит троица, и я думаю, все мы это избагрим. Давайте-ка, сколько? Ну что ж, тридцатничек неплохо. Так, камень, часы, 150. Так, забираем патроны. Проволочку забираем, тряпки. И, пожалуй, металлолом. Все. Нет места. Ну, замечательно, блин. Не хватает. Давайте-ка все заново. Берем обойму с вами. Пожалуй, пока, наверное, и все. Ну, а теперь должно у него хватить места. Давайте выкладывать рыбу, все эти камни, мясо. Так, что тут еще? Ага, часы выложим. И все, наверное, да? Подтверждаем. 857 очков у нас, ребята. Ну что же, давайте так сделаем. И... так, а что мне? Вот еще этот возьмем патрон на всякий случай. И, пожалуй, все. А, нет, вот этот еще, конечно же. Как же мы без патрона к дробовику? Это никуда не годится. Все. Все четко строговались, как нельзя лучше. Да, ну мне бы, конечно, бы хотелось бы где-то получить себе кусачки. Я хочу улучшить верстак. У меня эта идея, блин, в голове сидит до последнего. Все, никак не успокоюсь. Так, это все выкладываем. Давайте, наверное, эту тряпку тоже. Таблеток у нас, ну, в принципе, хватает. Ну, лишним не будет. Топорище оставляем здесь. Батарейки сюда. Отмычка. Оу. 5 отмычек у нас, ребята. Я думаю, что это очень даже хорошо. Патрончик давайте тоже выложим. Лопата. Кстати, да, у нас еще одна лопата. Ее надо продать. Зачем нам две-то? Ну-ка, торговать. Ткань и лопата. Неплохо я получаю денег. Все, я думаю, мы на этом и сочтемся с ним. Больше нам пока, наверное, ничего не надо. 388 очков еще у нас остается на запас. Так, погоди-ка секундочку. Нет, ничего больше здесь нет у него. Ладно, давайте выложим. Ну, я думаю, что надо будет сходить сейчас дальше на разведку. Я думаю, верхушку прошуршать будет самое то. Именно вот, как бы вам сказать, правую сторону. Ну-ка посмотрим, ящик мы этот. Опачки, родной попался. Что там в нем? Ух ты, таблеточки, обойма. Патрончики, все как нужно. Как прям для меня тут лежал родной. А вот этого трупика мы уже обыскали, значит. Да, в воде он, к сожалению, не может бегать. Очень быстро выдыхается. Так что придется нам кое-как туда ползти. Так, это у нас что такое? Ага, просто бревна валяются. Я уж думал, какой-то очередной домик. Я уже смотрю на эти грибы и думаю, когда же выскочит дед грибник и начнет меня пугать. Это что такое? А, это ямки с мясом. Слушайте, по-моему, тут тупичок. А это что такое? Какая-то гадость лежит, смотрите. Причем там вроде бы как человек. Оба-на, гриб. А, в принципе, что мне уже грибы? На продажу, если только. От них уже толку. Черт подери, неужели заметил? Точно заметил, гад. Оу, ё-моё, еще и промазал. Да что ж ты? Там что еще? Ого! Все, ребят, по-моему, мне тут финиш. Тут еще и трупоед, как вы видели, прибежал. Вообще не понимаю, откуда он тут вообще мог взяться. Называется, разведка моя провалилась. Ну, они что думают, что я им так все там оставлю, свое барахло? А, вот кукиш им. Погнали далее. На полу остались грязные следы ботинок. Ого, вы посмотрите.
Значит, в мое отсутствие по дому кто-то здесь ходил. Здесь нужен ключ. Блин, я офигею, да, ребят? Нахожусь у себя в убежище, и еще какой-то ключ нужен, блин. Обалдеть, придумали. Так, канистра. Патрон. Надо брать с собой по минимуму всего, потому что там вещей очень-очень много. Что же, блин, я еще генератор с вами не выключил. Побежал. Ну, горючки, слава богу, у нас тут еще достаточно. Ладно, опять бежим туда, на то же место. Но будем теперь предельно осторожны. Чует мое нутро, что это где-то здесь. Хотя я могу и ошибаться. Да нет, вроде бы все нормально. Вот здесь мы как раз с вами проходили. Если они сейчас опять вдвоем на меня нападут, конечно... Тихо, 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 тихонечко. Ага, первый гад. Чмо. Смотри, что творит. Сдох. Труп паукообразного человека. И здесь еще должен бегать трупоед. Вот только где он? Хотя, подождите, ребят, там же был у нас ящер. А, вот оно, это место. Смотрите-ка, там камешек, по-моему, лежит. А вот и мой родной рюкзачок. Естественно, мы забираем все. Погоди-ка. Я же слышал, где-то здесь этот гаденыш. Ладно, пока его нет, давайте забирать все. Где-то же ползет гаденыш, а? Вы слышите? Но я его не вижу. Да где ж ты, а? Хорош уже пугать-то. Ну, покажись. Где-то, по-моему, здесь. Что за странное освещение вот дает этот камень или кристалл, что он меня может просто убить? Непонятно. Я надеюсь, мы эту разгадку с вами тоже разгадаем здесь. Что-то большая какая-то поляна, и ничего, главное, на ней нету. На карте тоже ничего не... О, открыта новая локация. Лесопилка. Хо-хо, лесопилочка. И что тут у нас? Трактор. Ну, как же трактор без канистры с горючим? Это уже не трактор, извините меня. Что у нас тут за лесопилка такая? Мне очень интересно. Тут, наверное, очень много дров. Что это там? Бумкнуло. Кто-то опять зажег сигнальную ракету. Ага, вот у нас и вход, в принципе. Какие-то вагонетки. Или что это такое? Так, гвозди мы, конечно же, заберем. Обязательно. Они нам нужны будут. Все, тупик. Финита ля комедия. Называется «Мы приплыли». И это мы уже уходим с лесопилки. Нет, так дело не пойдет. Нам нужно всю ее хорошенько обыскать. Не для этого я наверстывал 30 миль. Чтобы вот так вот просто взять и уйти. Смотрите, а, да? Лесопилка. Они тут уничтожали вот этот лес, я так понимаю. Ух ты. Гвозди. Здравствуйте. Мы к вам в гости на чаек. Вы нас ждали? Кто тут вообще балует? Музычка мне не нравится такая. Не музычка, знаете, а атмосферка нагнетающая. Ёлки-палки, что это за звуки такие? Как мне пройти-то туда, а? К этому свету. А, вот, вот здесь можно обойти. Ну, что же, металлическое... Открыто, как ни... Эй, тело, смотреть. Человеческое... А, ну это было уже. Подожди-ка, человеческое тело, похоже, его набили как чучело. На шее мертвеца кто-то повесил деревянную табличку с надписью «Ассистент».
Вот так вот, ребята. Это не просто чучело, это уже ассистент какой-то. Блин, я ни хрена не вижу, что тут вообще происходит. Где мой фонарь? Вот так-то оно будет получше. Слушайте, у меня такое впечатление, что меня здесь кто-то ждал или ждет. Что тут происходит? Мясо! Ты не выказал мне должного уважения. Ты проигнорировал мои слова, и ты за это заплатишь. Ребята, вы помните, кто меня называл всю игру? Мясо, мясцом? Я дам тебе еще один шанс по доброте душевной. Я отдам тебе все, что ты взял без спросу. Только повесели меня. И что ты предлагаешь? Ну, вы поняли, о ком идет речь. Но перед этим отдай все свои вещи моему ассистенту. Мне не хочется, чтобы ты испортил все веселье своими дешевыми приемчиками. Это, ребята, оборотень. Это оборотень, я больше чем уверен. Ассистент. Это что, я должен, блин, все выложить, что ли? Ой, ребята, чувствую. Чувствую, будет очень худо сейчас. Ну ладно, будем играть по его правилам. Прекрасно. Теперь подними подарок, который я тебе оставил. Где же этот подарок-то? А, вот, рюкзак. Так, две таблетки, нож. Нож, блин. Ну ладно. И ножка от стула. Здорово. Крепкая ножка. Я знатно повеселюсь, глядя на то, как ты будешь драться с моими сородичами. А взамен я развлеку тебя игрой на скрипочке, которую нашел совсем недавно. Слушайте, ребята, по-моему, он... Начнем. По-моему, это он убил у парня родителей и скрипку похитил, гад. Так, ну что тут у нас? Тихо. Тихо. Черт, они меня заколбасят, ребята, заколбасят. Я тут не выживу. Еще как он и по-идиотически играет на скрипке на своей поганой. Просто нервомотательство какое-то. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Заберем свои манатки, и я надеюсь, мы накостыляем этому все-таки оборотню. Пускай познает, кто мы и что мы есть. А на этом все. Всем пока.